Конечно, поменять власть. Наверное, второе. Читай другое. Второе. Я думаю, поменять власть. Ну, я думаю, ему выгодно больше, чтобы люди пришли. Эскалация. Так, ну, разжечь войну подошли. Я думаю, войну. Откровенно говоря, Путину выгодно для того, чтобы сделать все, чтобы его народ не поднимался. Потому что если мы начнем жить хорошо, то у него его быстро свергнут. Вот это ему выгодно.